Привет, я Света. Я расскажу вам про финскую обувь Кома. Обувь очень легкая. Этот цвет темно-синий. Подошва обуви черная, с водоотталкивающими частицами. Подошва очень прочная, гибкая, теплоизолирующая. Сделана из полиуретана. Внизу у нее специальный слой, чтобы не скользить на льду. Под слоем поверхностной ткани находится слой теплоизолирующей пластмассы, которая благодаря своей конструкции с закрытыми порами совершенно не впитывает влагу. Благодаря этому обувь быстро сохнет. Внутри находится теплая сменная стелька, которая благодаря шероховатости нижнего слоя не свертывается под ногой во время носки. Внутри теплая долговечная отделка из искусственного меха. Также внутри есть бирка, куда вы можете вписать имя ребенка. Стирать такую обувь можно машинкой или ручной стиркой при температуре не выше 40 градусов. Есть светоотражающие частицы, которые помогут вашему ребенку быть заметным в темноте. Носить такую обувь можно при температуре до 30 градусов. Детские товары. Накупиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро Тульская.